прошедшей выставке в Ференце Питиому компания Морески сделала новый проект совместно с семьей Антинори. Идет речь о туфлях, которые сделаны вручную и покрашены экстрактом винограда. Каждый клиент, который купит пару таких туфлей, получит возможность поехать в Италию и посетить виллу Антинори, посетить фабрику, где производится эта обувь, и фабрику, где производится вино. Всего будет произведено 120 пар по всему миру, и компания выпустит их только в следующем году.